таким планшетом каждая линия под пристальным взглядом. В этом видео рассмотрим графический планшет Huion Canvas Pro 13. Комплектация: планшет, подставка с регулировкой наклона, перчатка для рисования, перо, дополнительные наконечники и подставка для пера, разветвленный кабель для подключения планшета к компьютеру, документация. Сразу уточним. Это крупный планшет с IPS-дисплеем на 13,3 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Помимо дисплея, на размерах сказывается блок из дополнительных клавиш, расположенных ближе к левому краю. В нем есть 4 программируемые кнопки и сенсорная полоса для масштабирования изображения. И еще немного про дисплей. Он прикрыт стеклом с антибликовым покрытием, чтобы прямые лучи солнца не скрывали изображение. Кроме того, у него высокий цветовой охват sRGB – 120%. Это значит, что цвета на изображениях будут выглядеть точно такими, какими вы их задумали. И вернемся к корпусу. Он из алюминия весом 910 грамм. На тыльной стороне нет крепления под кронштейн, зато в комплекте есть удобная подставка. А теперь коснемся важных спецификаций. Разрешение планшета – 5080 линий на дюйм, а чувствительность к нажатию пера – 8192 уровня. У пера нет ластика на тупом конце, но зато его не нужно заряжать. И к тому же на нем есть 2 дополнительные клавиши. Подведем итоги. Этот планшет подойдет тем, кто хочет сразу видеть каждую линию. Хороший вариант, если вы только осваиваете перьевые дисплеи. Для профессионалов этот девайс тоже подходит, но не всем понравится отсутствие крепления под кронштейн, ведь иногда хочется подвесить планшет повыше, чтобы снизить нагрузку на шею.